Или разблокируй бутылку. Вы исчерпали свой месячный лимит? Подписывай. Чего? Договор о разводе. Лучше бы я тебя 20 лет назад нет сказал! Лучше бы я 20 лет назад тебя не встретил! Уважаемый! А какой сейчас год? 20 и еще один 20. То есть мы в прошлое перенесли, что ли? Это же тот самый день, когда ты мне предложение сделал. Получается, все можно исправить. Стой, дурак! Здорово, пацаны! Добросьте до города. Поменяю на кроссовки. Не-не, дядь, ты че? Ири, измени дизайн. А как вам такой варик? Включи хиты 20-х. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Если что там еще такие кроссовки будут, ты не стесняйся, звони. Я там мясом еще занимаюсь и дровами. Конечно. Обстановка по кайфу. Забудь про нее, понял? В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Предложение будешь делать? Да. Актриса? Да, актриса. Асоль? Да, знаю, видел. Классная она, скажите. Ненавижу! Идиот. Ну. Документики. Дом забыл. Понятно. Сразу скажу, денег у меня нету, но есть очень ценная информация. Очень скоро Бреттон-Вудская система международных отношений рухнет, и все вернется к золотому стандарту. Так что мой тебе совет. На все бабки бери золото. Сечешь?